Осталось 4 команды. Завтра непобедимые сыграют с Накама. А сейчас смотрим второй тайм. Пора узнать, кто станет первым финалистом. Суперстрайкеры или Барка? Раста как будто танцует на поле. Шейкс принимает пас. Великолепная техника. Гоу! Вот и все. Да! Суперстрайкеры выходят в финал. Даже не верится. Мы в финале. Я буду играть в финале Суперлиги. Кто бы ни стал соперником Страйкера в финале, ему будет нелегко. Алло? Тони, это Винс. Винс? Винс? Да, тот самый. Помоги мне выиграть финал Суперлиги. Зачем мне это? Я знаю, что тебе очень хочется испытать одно новое изобретение. Твоя команда все равно уже вылетела. Ладно, ладно. У меня есть то, что тебе нужно. Этим мечом можно управлять на расстоянии. Он даже умеет летать. Но для этого ты должен мастерски владеть пультом. Например, как я. Нет, я буду им управлять. Остается одна проблема. Какая? Надо придумать, как пронести этот мяч на стадион и ввести его в игру. Ты прав. И кажется, я знаю, кто это может сделать. Нет, 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 нет! Не смотри на трибуны! Просто ударь по мячу и беги дальше! Завтра испытаем его на Накаме. Ну, кто будет отрываться с нами в финале? Непобедимые наверняка уже придумали, как обдурить Накаму. Даже не знаю, за кого болеть. И Накама, и непобедимые сильные соперники. Да, но непобедимые играют не по правилам. Гремучая смесь. Вот это гремучая смесь. А, чувак! Красная карточка! И главный вопрос. С кем встретятся страйкеры в финале Суперлиги? С Накама или с непобедимыми? Мико Чен явно в отличной форме. Согласен, Мак. Сравняют ли непобедимые счет? Кажется, что сегодня непобедимые впервые решили победить честно. Ха, ты подожди. Пши, зачем он нацепил парик и очки? Надеюсь, работает. Если непобедимые хотят выйти в финал, прежде всего им нужно сравнять счет. Кажется, Скара решил пойти другим путем. Ой-ой, это аут. Думаю, Накама выиграют со счетом 3-0. Непобедимые вылетят. И самое необычное в этой игре... То, что непобедимые до сих пор не попытались смухлевать. Что там произошло? Мико Чен отдал мяч непобедимым. Непростительная ошибка. Скара приближается к воротам. Скара! О, да! Умный мячик, почти как я. И непобедимые сравнивают счет за 5 минут до конца. Еще одна ошибка может стоить на камне победы. Удар с дальней дистанции. Вратарь готов? Нет.
Он промахнулся. Гол! И непобедимые одерживают волевую победу. Сегодня им крупно повезло. Отличная игра. Что думаете о финале с суперстрайкерами? Ха-ха-ха. Мы выиграем финал. Они даже к мячу не прикоснутся. Вы все слышали? В финале сыграют суперстрайкеры и непобедимые. Непобедимые так хорошо сыграли, не смухлевав? Быть этого не может. Да, странно, но между нами удача — это все, что у них есть. В финале Суперлиги придется играть честно. Охрана там на каждом шагу. Я не понимаю. Непобедимые так легко обыграли Накаму? Едва ли они победили честно. Не знаю. Мы смотрели матч. Но если они опять всех обманули, в финале нам нужно быть начеку. Угу. Кажется, придется провести расследование. Думаю, ты прав. Наконец-то настал день, которого мы все так ждали. Финал Суперлиги вот-вот начнется. Скорее занимайте свои места. Сегодня аншлаг. Кто мог предвидеть, что в финале мы встретимся с нашими главными соперниками? Я знаю, непобедимым нельзя доверять, но здесь повсюду охрана, которая пристально следит за всеми. Сегодня смухлевать им точно не удастся. Кроме того, что бы ни задумали непобедимые, у нас есть одно большое преимущество. Мы... Раз, два, три! Суперстрайкеры! Это очень важная игра. Ошибки недопустимы. Главное не промахнуться. Ты меня понял? Понял. Вперед, суперстрайкеры! Эй! Итак, финал Суперлиги начинается. Кто же победит, суперстрайкеры или непобедимые? Раста постепенно продвигается вперед. Почти. Отличное начало для команды в красном. Потрясающее владение мячом. Суперстрайкеры находятся в идеальной форме. Я же говорил, Омбрес, выиграем мы. Не забывай, брат. В начале матча у Накамы тоже все шло неплохо. А потом непобедимые стали играть все лучше и лучше. Что ж, тогда придется забить побольше голов. Друг! Уйди с дороги! Что, не ждал меня? Кто не успел, тот опоздал!
Прошу прощения, но это было легче легкого. Счет до сих пор не открыт. Какая напряженная игра! Думаю, все болельщики согласятся, суперстрайкеры вот-вот забьют гол. Да! Я тоже люблю себя. То есть, я тоже люблю вас. Да! Да, давайте! Суперстрайкеры сегодня просто великолепны. Да! Непобедимые теряют мяч быстрее, чем я могу сказать. Можешь сказать что? Я не знаю. Сегодня я пока этого не говорил. Мяч у Скарры. Давайте посмотрим, как он сыграет. Да! 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 Шейк сделает подкат. Непонятно, что задумал Скарра. Да! Где-то я уже видел этого типа в ковбойской шляпе. Смотри! Моё! Что ж, наверное, все хотят подержать мяч финала Суперлиги. Круто! Вот бы мне такую! Похоже, на этот раз Шейк сдал маху! Команды как будто поменялись ролями. Непобедимые играют просто потрясающе. Они полностью контролируют мяч. Хотя почти не касаются его. Тут что-то не так. Определенно. Но неважно, жульничают они или нет. Мы должны собраться и играть дальше, несмотря ни на что. Мяч у Шейкса. Нет, он его теряет. Раста выполняет перехват. Ха, ну что, попался? Что делает Эль Матадор? Как он так двигается? Скара атакует. Не самый лучший удар. Но Биг Бо пропускает гол. И непобедимым удается сравнять счет. Кажется, мяч сам решает, что ему делать. Никогда не видел ничего подобного. О, уверен, это был затяжной удар с верхней подкруткой. Что делает этот тип? А? Не может быть! Это он управляет мячом! Похоже, сегодня удача играет на стороне непобедимых. Они притягивают мяч, как магниты. Ага! Боже, теперь обе команды будто вообще разучились играть. Что? Но как? А?
Что он делает? Кто? Спенза! Танец червяка, точно! Это я его научил! О, а неплохо получается! А? Кажется, Шейкс потерял терпение. Ой, он загнал мяч прямо в тоннель. Ой, подождите-ка. Есть! Судья выбирает новый мяч. Да, очевидно, старый так и не нашли. Это не тот мяч. Это официальный мяч. Они же все одинаковые. Видите? Куда он делся? Ну, конечно! Изобретатель! Ты попался, Верн! По-моему, это самый странный матч, который я видел. Обе команды показали и блеск, и беспомощность. Фанаты с нетерпением ждут, когда страйкеры забьют решающий гол. Осталось меньше минуты до конца игры. Кто же победит? Скарру блокирует блок. И мяч снова у суперстрайкеров. Да! Команда, которую так полюбили болельщики, в этом сезоне вернулась. Кул Джо передает мяч Эль Матадору. Пас Шейксу. Шейкс против вратаря. Гол! Суперстрайкеры! Какой великолепный удар! Да! Да! И суперстрайкеры становятся чемпионами! Ура! Суперстрайкеры! Мы чемпионы Суперлиги! Звучит! Типа круто! Круто! Опять! Мы молодцы! А что случилось с мячом? Да, за ним было не угнаться. Я же говорил, если постараемся, обязательно выиграем. Они управляли мячом с помощью пульта. Что? Как это возможно? Изобретатель Тони Верн. Но что он тут делал? Говорят, кто-то управлял мячом с пульта. Вы серьезно? Чуваки, не может быть! Я знал, что не мог играть так плохо. Это невозможно. Кто на такое пойдет? Это же нечестно. Эй! Кто это сделал? Никто! До конца игры осталось всего 10 минут. А счет по-прежнему не открыт. Эй, Эль Матадор! Йоу! Я открыт! Пасуй мне! Шейкс и Кул Джо могли принять передачу.
похоже, Эль Матадор не желает делиться мячом со своей командой. Такой эгоизм может дорого обойтись суперстрайкерам. Дополнительное время. Эль Матадор! Ау! Тот, кто забьет первым, победит. О-хо-хо! Шейкс ждал паса от Эль Матадора. Но так и не дождался. Эй, бро! Ты должен думать о команде, а не только о себе. Я думаю о том, как забить гол. Почему ты такой единоличник? Я? Не. Из-за тебя мы проиграем. Если Эль Матадор не может забить, никто не сможет. Я тебе говорю, дай мне пас, я стоял в опоре. Они будут играть или нет? Эй, Матадор, не живой! И страйкеры снова упускают свой шанс. Сегодня страйкеры показали не самый лучший футбол. На ошибки Эль Матадора очень рассчитывают гидры, которые надеются увести домой дополнительные 3 очка за победу. Надеются? Ха! Видели, как они играли? Победа будет за гидрами! Шейкс! А? Ко мне в кабинет! Живо! Почему он злится на Шейкса? Матадор так зазнался, что всем только мешал! Так голы не забивают. Я делаю, что могу. Друг, сегодня ты ничего не смог. Нам не удалась ни одна атака, и все из-за твоего поведения. Знаешь, я не хочу играть с тобой в одной команде, если ты все портишь. У меня есть задание для вас с Шейксом. А? Вы едете за границу. К одному моему другу. О, в Париж, Милан, Нью-Йорк? Нет, в Солонезию. Ха, круто! Накосячил и выиграл путешествие! Но, тренер, я... Это не обсуждается. Ошибки Эль Матадора очень рассчитывают гидры, которые надеются увести. Еще не прилетели? Нет. За победу. Надеются? Вы видели, как они играли? Победа будет за гидрами. Прилетели? Нет. А что такого особенного в этой Солонезии? Зачем тренер? Зачем тренер отправил меня туда? Солонезия – родина Чинлона. А, тогда все понятно. Мы летим в Солонезию к другу тренера. Чинлону. Ты должен вернуть Эль Матадора обратно в команду. Суперстрайкеры, говорят, вы известные футболисты. Но помните, в Солонезии футбол запрещен. Смотрите без глупостей. Спасибо, сэр. Мы будем играть. Еще раз большое спасибо. Что? Тренер сказал, что в Чинлон нельзя играть приезжим. Мы будем жить здесь? Нет. Мы будем жить с местными. Ты спятил, амиго? Это отстой. Нет. Это отстой. Еще не приехали.
Чинлон. Ты? Шейкс? О, уже за автографами. Я Шейкс. А я? Я Кен. Кен? Идите за мной. Тренер просил Кена обучить вас Чинлону. А? Чинчонгу? Чинлону. Это древняя солонезийская игра. Игроки передают мяч по кругу. Бить можно как угодно, главное не уронить мяч. О, мы притащились в такую даль, чтобы поиграть в мячик из тростника? Есть три правила игры в Чинлон. И все? Овладев ими, страйкеры станут сильнее. Я обыграю тебя в два счета, Шейкс. А, Чинлон — это не соревнование. Команда соревнуется сама с собой, чтобы играть лучше и дольше. Эль Матадор и так играет лучше всех и дольше всех. И все один. Ты поможешь ему? Угу. По-моему, это очень сложная игра. Лучше пойдем, пока не опозорились. Ха! Ты спятил? Тебе, может, и сложно, а мне нет. Правило первое. Будь готов. Мяч может прилететь в любой момент. Отвлекся. Внимание! Да-да, Шейкс, теперь все нормально. Хорошо. Правило второе. Каждый пас — это послание. Я прочитал твой пас. В нем говорилось «Забей гол!» Тренер предупреждал меня, но я не знал, что он настолько плох. И не говорите. Ага, выиграли в Чинлон. Мы же говорили, Чинлон только для местных. Теперь придется вас депортировать. Стойте, а третье правило? Кисасу? Проще простого. Значит, ваша поездка не удалась. Нас выслали до того, как мы успели закончить обучение. Завтра мы играем с гидрами, а Эль Матадор настроил всех против себя. Он вернет их доверие. А, слетали в какую-то непонятную страну, сыграли в футбол без голов и получили пинка от полицейских. Надеюсь, ты сможешь объяснить ему. Иначе на поле он не выйдет. А? Я знаю, Чинлон может помочь. Я только не знаю, как. Вспомни, что нам говорил монах. Без монаха мы не справимся. Почему сегодня все лезут в мою сумку? Сначала монах, затем ты. Эль Матадор, Кин положил в твою сумку свитки. О-о-о.
Идем, позовем остальных. О, вы привезли сувениры, да? Издеваетесь, да? Мы знаем, как вы там классно отдохнули. Вот, зачем мы ездили в Солонезию. Три свитка, три правила Чинлона. Потрясно! Это же настоящие рисунки чинлонских монахов. Мы вас научим. Правило первое – будь готов. Мяч может прилететь в любой момент. Это сказал настоящий монах. Сейчас все покажу. Правило второе. Каждый пас – это послание. На мяче что-то написано. Нет, но надо бить четко. Значит, ничего не написано. Ничего не написано! Чудесно. А теперь мое любимое. Правило третье. У тебя одна попытка, так что не ошибись. Главное научиться играть хорошо. А потом еще лучше. Что ж, попробуем. Как ты это сделал? Это было круто! Молодец, Шейкс! Похоже на брейк-данс. Видите, что бывает, когда все преследуют одну цель? Фу, здесь-то Чинлон работает. Но перед фанатами Матадор ведет себя совсем по-другому. Точно! Мы на стадионе Страйкерленд. Все с нетерпением ждут матча с гидрами. Но, как ни странно, много вопросов вызывают лучшие нападающие страйкеров. Будем надеяться, что сегодня они будут играть более организованно. Иначе гидры точно победят. Оказывается, поездка очень помогла. На тренировке Эль Матадор играл в Чинлон как профи. Надеюсь. Вот увидите. Если он снова не забьет, сядет на скамейку. Очень-очень надолго. Эль Матадор! Ау! Просыпайся! А то не увидишь, как мы вас сделаем. Я должен забить, чтобы остаться в команде и понравиться болельщикам. Готов сыграть по-чинлонски, дружище? Это футбол, Шейкс, а не Чинлон. Мне нужно играть жестко и быстро. Я должен доказать тренеру, что я по-прежнему лучший забивала суперстрайкеров. О, нет. Тренеру это точно понравится. Похоже, предыдущая игра Эль Матадора ничему не научила. Если так пойдет и дальше, защитникам страйкеров придется нелегко. Друг, не забывай про Чинлон! Не думай сейчас о болельщиках! Пожалуйста, докажи, что мы ошибались! Мяч у Эль Матадора. Слишком высоко. О чем он только думал? С
Сплоченная команда похожа на сложный механизм. Стоит заржаветь одной детали, как все остальное тут же развалится. Капитан Гидр просит мяч. Гол! У суперстрайкеров явно проблемы с командной игрой. 1-0 в пользу Гидр. Правда, у меня такое чувство, что страйкеры уступают им гораздо сильнее. Эль Матадор, зачем ты бьешь по воротам всякий раз, когда мяч у тебя? Забивать голы вообще-то моя обязанность. Нет, твоя обязанность – играть с нами в команде. Вспомни, чему мы научились. Прости. Послушай, еще есть время, но мы должны помочь друг другу. Мы команда или кто? Давайте на счет три. Раз, два, три. Суперстрайкеры! Просто скажи, что нужно делать Эль Матадору. Кажется, Шейкс что-то задумал. Да, похоже, он действительно затеял что-то интересное. Будь готов. Мяч может прилететь в любой момент. Каждый пас – это послание. Всего одна попытка. Не упусти свой шанс. Эль Матадор! И страйкеры сравнивают счет. Болельщики в полном восторге. Но суперстрайкерам одного гола мало. Легендарного капитана страйкеров. И всего за считанные секунды до конца матча. Как неожиданно! Суперстрайкеры превращают неминуемое поражение в заслуженную победу. Я виноват, тренер. Я не забил голов. Мы играли как команда и победили. Вот что главное. Я все еще в команде? Ну, конечно. Расскажите нам, откуда вы взяли эти потрясающие круговые передачи? Из Солонезии. Соло... что? Это идея тренера. А кого же еще? Что ж, вы все слышали. Передаю слово студии. Солонезия? Чинлон! Осталось последнее. Куда мы опять летим, Шейкс? Надо кое-что вернуть в Солонезию. И мы снова увидим Кена? Его зовут Кин. Кен? Да, точно. Зачем? Только давай больше не будем играть в Чинлон, хорошо? Договорились. Тайгер пасует Расти. Кул Джо. Шейкс открыт. Шейкс падает. Нарушение правил. Впереди у страйкеров два сложных матча. Сначала с Палме, потом с непобедимыми. Мы видим, как переживает за команду тренер. Мимо! Юный нападающий не попадает в ворота, и тренер явно недоволен.
Но что это? Не может быть! Может, Мак. Идеальный парашют. Гол! Потрясающий гол! И всего за 2 минуты до конца игры! А? Тренер! Тренеру плохо! Что? Тренер! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3... Спасибо за интерес к моей команде, мистер Краковский. Но я не уверен, что вы готовы тренировать команду Суперлиги. Что ж... А главное, непобедимым сейчас не нужен тренер. Из-за неожиданных проблем со здоровьем, тренер Страйкеров не сможет подготовить команду к следующим 2 играм. Кто же будет тренировать Суперстрайкеров перед матчами с клубом Палментьери, а затем с непобедимыми? Стойте! Кажется, у меня найдется для вас работа. Тренировать непобедимых — это моя мечта. Нет. Я предлагаю вам тренировать Страйкеров. А? Но работать вы будете на меня. Задание простое. Сделайте так, чтобы Страйкеры плохо сыграли против нас. Ну, что скажете? Да, резюме у него неплохое, но... Я сказала, никакой работы и стресса. Я говорил с... Никакой работы, значит, никакой работы! Никакого стресса, значит, никакого стресса, ясно? Вы должны забыть о футболе, забыть о суперстрайкерах, и вы должны поесть! Я не могу! Нет, можете и будете. Да, резюме у него неплохое, но... А? Что ж, вы слышали? Давайте позовем этого типа Краковски. Да. Тренер говорит, он неплох. Зигр! Ты прав, Блок! Слово тренера – закон! Ладно, наймем его. Итак, это и есть легендарная тренировочная база суперстрайкеров? Ничего подобного я не видел много лет. Правда? Это наше новое изобретение. Игровой симулятор. Да, конечно. А его я вообще никогда не видел. Ну что, начнем, пожалуй? Игроков вы знаете. Это Блок, Биг Бо, Норд Шо, Эль Матадор, Тайгер, Кул Джо и Шейкс. В матче с Палмой мы сделаем ставку на организованность. Сперва наденьте это. Защитники, полузащитники и так далее. А я-то думал, наш тренер странный. Эль Матадор! Стой! Тренер, я хотел бы с вами поговорить. Да? Не хочу вас обидеть, но такие тренировки не подходят под наш стиль игры. Правда? Вы так думаете? Все это как-то неправильно, тренер. Неправильно ставить под сомнение мои решения. Если вы мне не доверяете, зачем мне тогда вас тренировать? Вы будете делать то, что я скажу, и это не обсуждается!
Тренер? С этим Краковски что-то не так. Шейкс, у каждого тренера свои методы. Вы должны доверять Краковски. У него могут быть хорошие идеи. Но он не учитывает наш стиль. Иногда странные методы дают на поле наилучший результат. Вы правы. Спасибо. Если вы будете играть как Краковски, продуйте и Палме, и непобедимым. Ты прав, Спенза, но мы должны дать ему шанс. Может, он классный? Ну? Пока все идет по плану. Отлично. Наша тактика приведет суперстрайкеров к провалу. Завтра они проиграют Пальментьере, а потом непобедимым. Кубок Суперлиги будет моим! Суперстрайкеры выбрали очень странную тактику в матче против Палмы. Держать строй! Не нарушать расстановку! Ха-ха! Спокойнее, мистер Краковски. Вы же не хотите попасть в больницу? О-хо-хо! Биг Болли с большим трудом удается спасти команду от гола! Если мы будем так играть дальше против непобедимых, нам не устоять! В следующий раз пасуй Шейксу! Похоже, новый тренер страйкеров явно упустил что-то важное. Мяч снова у Пальментьери. Смогут ли они извлечь пользу из тактического промаха страйкеров? Гол! Дон Альдо! Защитники страйкеров даже не страхуют друг друга. Это безумие! Даже не верится, что ваша команда – главный претендент на титул в этом году. Я абсолютно спокоен. И страйкер уступает Пальментьери со счетом 2-0. Если страйкеры хотят получить титул чемпионов, Краковски стоит получше подготовиться к игре с непобедимыми. Послушайте, ничего страшного, иногда так бывает. Все не так плохо. Мы играли как команда любителей. Джентльмены! Как ваш новый тренер, я обещаю, мы в совершенстве овладеем новым стилем игры. До матча с непобедимыми. Тогда нам нужно овладеть им завтра. Нет-нет, завтрашняя тренировка отменяется. Сегодня была сложная игра. Вам нужно отдохнуть. Не знаю, что вы задумали, но я это выясню. Привет, Шейкс. Неудачная игра? Ха, да. Слушай, нам нужно кое-что разузнать. Я весь внимание. Краковски будто хочет, чтобы мы проиграли. Я должен знать, почему. Ага. Выясни, что к чему, и поговори с тренером. Для детектива Спензы нет ничего невозможного. Спенза, у нас нет времени. Сегодня игра.
Ты что-нибудь узнал? Шейкс, я следил за ним 2 дня. Этот парень чист. Подожди минутку. Шейкс, я перезвоню. Отлично. Если страйкеры и сегодня сыграют так же плохо, как на прошлой неделе, мы точно победим. Есть. Ай. А? Ах ты маленький, отдай сейчас же. Даже не ушибся. Там кто-то есть. Точно, негодяи. Нужно сказать тренеру. И мы на стадионе Страйкерленд. Готовы ли суперстрайкеры к встрече со своими давними врагами, непобедимыми? Мой план сработал идеально. Краковский уничтожил все, чего добился бывший тренер суперстрайкеров. Сегодня мы выиграем. Обязательно. Будем надеяться, что у Краковски есть новый план. Время пришло. Сегодня важный матч. Последняя игра не удалась, поэтому на этот раз не отступайте от плана, а не то... Почему-то суперстрайкеры больше похожи на солдат, чем на футболистов. Вернись в строй! Видите? Этого бы не случилось, если бы вы сохранили строй! Ха! Они все в центре! Обойдем их с фланга! Ха! Потрясающий удар от Скарры! Ха-ха-ха! Да! Счет 2-0 в пользу непобедимых! Слушай меня, Раста! Если ты еще раз выйдешь из строя, я тебя заменю! Краковский хочет, чтобы мы проиграли. Знаю, бро. И кажется, у меня есть идея. Я уверен, что мне не нужна операция. А, да. Тренер, это я, Спенза. Шейкс велел показать вам. Срочно. Отлично. Если страйкеры сегодня... Если они так и будут играть дальше, непобедимый их просто уничтожит. А у меня что-то на лице? Эти новые комбинации – тактика для команды. Передай их Расти как можно быстрее. На кону наша победа. Уже бегу, тренер! Суперстрайкеры! Детектив Спенза спешит на помощь! Стой! Стой! Телевизор! Игра! Я знаю, это важная игра. Но вы так хорошо себя вели. Можете посмотреть, если хотите. Эй! Откройте эту дверь! Сейчас же! Мы пытаемся! Да, похоже, замок заело! Впустите меня! Привет! Что вам тут надо? На, ничего! Я из службы доставки.
Доставки? О! Это возмутительно! Маленький подарочек от тренера. Почему мой весь в пятнах? Шейкс был абсолютно прав. Краковский работает на непобедимых. Больше Краковский не слушаем. Теперь будем играть по-нашему. Как суперстрайкеры. Раз, два, три. Суперстрайкеры! А у меня есть маленькая запись, которую я хочу показать после игры. Простите, что так получилось. Да уж, эту дверь реально заклинило. Не волнуйтесь, я им сказал, держим строй. Следуйте плану! Или мне конец! То есть, нам конец! Отойдите назад. Вот теперь я узнаю свою любимую команду. Великолепная техника и чутье. Гол! Страйкеры отыгрывают один мяч. До ничьей остался один гол и всего два до победы. Страйкеры сравнивают счет! Да, чтобы тренер Краковский не сказал им в перерыве, это работает. Отлично! Молодцы! Но, может, попробуем? Да-да, тренер. Без проблем. Держитесь вместе и слушайте свое сердце. Я не могу слушать сердце, пока рядом Краковский. Но что если... Дайте ему время. Он сорвется. Вот прямо сейчас. Что вы делаете? Тренер, уйдите с поля. Шейкс, что ты делаешь? Что? Нет, не может быть. Я просто... Досмотрите игру с трибун, тренер. Не часто тренера удаляют с поля. Нет, последний раз это было... В общем, это было давно. Шейк спасует Кул Джо. Была не была. Гоу! И благодаря Шейксу суперстрайкеры одерживают заслуженную победу. Матч заканчивается со счетом 3-2 в пользу страйкеров. Ты уволен! Подождите-ка. На табло что-то показывают. Новый тренер суперстрайкеров на самом деле работает на непобедимых? Что? Ого, это же скандал! Поздравляю с волевой победой! Без тренера мы бы не справились. Я не знал, что это заслуга Краковски. Да я не про Краковски. Я про вас.